Групповые комнаты, спальни, спортивные и музыкальные залы, пищеблок, медицинский кабинет. Новый современный детский сад в ЖК «Гусарская баллада» рассчитан на 400 детей. Его строительство завершилось в декабре прошлого года в рамках нацпроекта «Демография». Депутаты Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков проверили готовность дошкольного учреждения к принятию своих первых воспитанников. Замечательный детский сад, очень большой, абсолютно новые технологии при постройке его, оснащен абсолютно современно. Конечно, его жители очень ждут с нетерпением. И были с нами и наши мамочки, поэтому, конечно, мы очень рады за то, что у нас будет такой замечательный детский сад. Детский сад располагается рядом со строящейся школой на 2200 мест. Здесь активно идут строительные работы, после которых в «Гусарской балладе» сформируется единый образовательный комплекс. Пока на объекте идут черновые отделочные работы. Перегородки, класс, коридоры и так далее, и стяжки. И с марта месяца мы приступаем уже к финишным отделочным работам. Сейчас 300. В марте мы приступаем к отделке. Также депутаты «Единороссы» ознакомились с ходом капитального ремонта на улице Верхней Пролетарской, 33 в Одинцове. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Городская среда». Все работы здесь будут завершены в 2023 году. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».